Добрый день, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Пришла очередная посылка уже из другого питомника. Все посылки с растениями, все есть на моем канале. Сегодня у нас с вами будет посылка от Ворошиловой Анны Борисовны. Чуть позже у нас с вами будут от нее еще несколько посылок. Давайте посмотрим, что у нас. Как видите, посылка, естественно, издалека. Очень и очень хорошо упакована. Так, смотрим. У нас с вами, ага, все в одной. В этой посылке у нас с вами два, по-моему, только два лилейника. А позже у нас будут еще лилейники, ирисы и очень много пионов от этого питомника. Также от других питомников много других растений. Ну, как видите, нельзя сказать, что это растение в лучшем виде. Хотя у питомника очень и очень хороший рейтинг. Я, честно говоря, люблю пионы из этого питомника. Ну ничего, сейчас вот видите, корешочек живой. Мы с вами посадим и, как всегда, будем наблюдать, что же у нас с вами вырастет. Как всегда, была с вами Наталья Лебедева. Хорошо в деревне летом.